где по-настоящему нужно скрыть свое истинное лицо под маской, это ультрамодная сегодня игра в мафию. Там нужно одеть на лицо одну из своих личин. Участники Лиги мафии объединили светских интеллектуалов для того, чтобы выбрать мисс мафию. Приобретает все большую популярность, вот, и само слово «мафия» женского рода, и мы так решили соединить, вот, выбрать свою мисс мафию, которая потом будет красоваться с обложки. Я веду это мероприятие и этот конкурс красоты «Мисс Мафия». Мне ужасно интересно посмотреть на всех девушек, потому что это первые будут конкурсантки «Мисс Мафия». Я надеюсь, что это будет ежегодный конкурс, потому что он такой, ну, мне кажется, очень сексапильный должен быть. Но все-таки «Мисс» и «Мафия», ну, в общем, у каждого мафиози всегда должна быть очень красивая девушка, да. Мафия – это азартно, интересно, время пробегает незаметно. Ну и самое главное – это играть с друзьями, именно с теми людьми, которых ты знаешь. Потому что, когда ты знаешь людей, то обстановка всегда плавающая из-за того, что тебе как-то неудобно кого-то уличать. А когда ты с незнакомыми людьми играешь, это намного легче. Это наша гордость, такая же, как, например, «Тетрис» и этот самый «Спутник». Ой, я первый раз поучаствовала в телевизионном проекте «Мафия». Мне так это понравилось. Я так долго активно играла, была честным жителем. И очень хотела как-нибудь оказаться в шкуре мафиози. Потом в следующий раз меня опять пригласили в телевизионный эфир. Я оказалась в мафиози, так обрадовалась. И тут же меня рассекретили. С тех пор я играю в «Мафию» вот здесь. Я знаком с историей и знаком с этой игрой вкратце. Я не любитель, то есть я не люблю вот... что называется, тратить свое время, да, на игру в «Мафию», на игру в карте. Ну, просто немножко не мое. Но посмотреть со стороны – это всегда интересно. Кто закрывает глаза, кто глаза открывает. Это очень интересно и очень интригующе. Мы в последнее время собираемся практически каждую неделю. Сын очень просит и старается. Вы знаете, это даже стало каким-то культом получать хорошие оценки. То есть он говорит: мама, я так сегодня старался, вот посмотри в дневнике такие хорошие оценки, так что давай мы будем сегодня играть в «Мафию». Честным жителем. И вот как-то, и даже когда я была честным жителем, я настолько, может быть, искренняя всегда, и вот такая прямо открытая, и громкая, и импульсивная, что это тоже некоторых людей сбивает с толку. Ну да, не умею притворяться в жизни, совершенно не умею притворяться. В основном мирный житель раньше была. Сейчас вот почему-то попадает мне чаще всего быть мафией. Доном бываю я редко. Мы когда, например, летаем на гастроли, мы уже сделали себе и циферки, и маски, в общем, и карты купили мы специально. То есть если мы вот вечерами собираемся, мы садимся. Я в основном бываю ведущей этой игры, уже привыкла как бы, и играем, веселимся. То есть иногда это очень сильно занимает. Главное в этой игре не ругаться. А если не ругаешься, то все будет хорошо. Я чаще всего шериф и простой житель. Не могу обманывать. У меня это плохо получается, и мне все время выпадает мафия. Хочется, чтобы мафию не распознали, а во мне сразу видно. У нас есть близкие друзья, которые страшно любят это дело. Ну, приходится поддерживать компанию. Я хочу сказать, что вы первая мисс мафия этой страны. Что ж, маски выбирают наши роли, а роли выбирают наши маски. Но где и когда их носить, каждый выбирает сам. С вами была Анна Симонян и Moscow Life. Все самое яркое в жизни столицы. Увидимся на следующей неделе. Не скучайте.